Ох, какое злое, друзья. Вчера, когда мы с вами проверили это крепление наших диодиков, я подпаял отпаявшиеся проводки от драйвера, и у нас она не работала. Сегодня переснимаем видео. Оказалось, у меня и в мыслях не было, настолько я привык. Черный у нас всегда-то минус, красный плюс. Нет, китайцы на сделали все по-другому. Но хорошо, что это быстро все выяснилось. Вот. У нас все в порядке. И даже не видно, что оно там криво, не криво. Давайте соберем ее обратно в лампу. Итак, вот мы собрали лампу в корпус. Где и какой цвет вам применять, это дело вашей фантазии. В этой лампе 66 диодов. 28-35, как вы видели. Вот сотня китайских диодов, вот таких, этого качества, хорошего. Стоит 2-2.30, ссылку там ниже. Паять, как вы видели, 25 минут времени. Много не надо ума и приспособлений. Как идея для бизнеса, тоже хороший вариант. Кто умный, тот догадается, о чем я говорю. Тоже оказалось, что это не китайцы перепутали полярность. Это сами диоды имеют плюс-минус у белого вот в одну сторону, у цветного в другую сторону. Но как бы ничего не сгорит, если вы перепутаете. Просто перепаяйте плюс-минус. Итак, друзья, вы, кто не знал, научились переделывать белые лампы цветные, ну заодно и чинить, если там пару диодов вылетит, всегда можете их заменить. И таким вот методом можно делать себе все цвета радуги. Специально засек время, ровно полчаса у меня ушло на переделку лампы. На этот раз красный. Итак, следующая лампа вот такая. И захотелось мне, чтобы она была у нас красного цвета. Ну что ж, давайте приступим. Вскрываем лампу с помощью отщелкивания. И у нас здесь те же диоды. Так, отпаяем проводки. Так же, как чинить эти лампы. Смотрите, обычно какой-то диод 2-3 стреляют. Их видно, что он выстреливший. Или же сгорает драйвер. Драйвера у нас стандартные идут, их можно купить тоже за копейки. 5-10. Вам хватит их на замену себе, друзьям. Счистили мы остатки этого силикона или термоклея, непонятно, что это было, чтобы он нам не запачкал утюг. И теперь можно удалять белые светодиоды. Пройдемся термопастой, капелюсенькие маленькие. Сейчас она нам нужна просто, чтобы держать наши диоды. Кстати, сейчас вышли светодиоды 28-35 разогнанные. Есть на пол ватта, даже на 1 ватт. Поэтому, когда вы возьмете какую-то лампу, смотрите, чтобы там не были такие
потому что цветные мы покупаем на 0,2 ватта. А там реально вот 4 диода. Лампочка у меня была 4,5 ватта. Лупит как сумасшедшая. Ну, конечно, если вот на такие 30 тысяч, 40 тысяч часов заявленный срок производителя. В смысле, срок службы. То на те у них 20 тысяч часов максимум. Потому что они чуть разогнаны. Сами знаете, что это такое. Так, вроде все. Что ж, давайте творить волшебство. Не все. Аккуратненько ставим остывать. И вот наша красная лампочка. Пока не собираем, потому что надо радиатор на место приклеить будет. Но есть у меня светильник в саду под елочкой, который вот нужен именно красный цвет. Следующее, так любимый мной MR16 или ЖКДР, как их называют, лампочки. Сколько же я их перепаял. Вот такие вот диоды одноваттные, которые в них идут. Цветные тоже сейчас стоят вообще копейки. И учитывая, что вам остаются белые для ваших же поделок, когда вы меняете их, перепаивать их вообще не проблема. Так, вот здесь, кстати, покажу. Здесь меняется драйвер, если лампочка сгорела, вдруг вам надо починить. А светодиоды отсюда должны. Так, снимаем линзу. Отпаиваем проводочки. И на 3. Вот здесь другое крепление. Здесь у нас идет пружинка, которая держит линзу. Почему я делаю так, а не заказываю лампы, скажем, в самом Китае, сразу цветные? Ну, во-первых, я вам советую, если вам нужно много ламп, найти оптовую базу. И оно выходит все равно дешевле, чем вот брать там 5-10 штучек с Китая. Или здесь найти оптовую базу и брать те же 10 штук. Но, во-первых, доставку ждать, переплата за доставку, если она не free shipping. Наши оптовые базы они заказывают большими контейнерами, у них цена выходит иногда даже дешевле, чем на Алиэкспрессе или на eBay купить. А за диоды доставка небольшая. Кстати, очень много ламп нету цветных. И для этого можно их переделывать. Капну чуть пасты. Этот тюбик видно еще со времен Брежнева, наверное, просроченный. Наверное, саму лампу надо не забыть. Так, светодиоды имеют
минус и плюс. Минус обычно вот выбит. Не знаю, видно, не видно, но... Тоже собираем, проверяем. На 4 ватта у нас синяя. Да, это она. На 3 ватта. Должно получиться желтое. Вот желтенький. Еще у нас есть красненький, я сделал. Вот, следующее у нас что по плану. Так, сейчас входят в моду вот такие вот светильники. Круглые, квадратные, разные ваты. Встраиваются здесь пружинки в потолок. Бывают белые и теплые. Ну что ж, давайте попробуем, скажем, в розовый его переделать. Насколько это получится, не знаю, потому что там идет лента. Если в Т8 лампе у нас шла полоска алюминиевая, вот ленту я еще на утюге не пробовал. Так, стекло. В этом же порядке оставим. У нас приклеено. Ничего, аккуратненько снимем. Очень долго греется, видать, здесь не термопаста шла. Добротный припой. Ну что ж, этот светильник мы почти загубили. Может и нет. Мне это проще, я видео просто вырежу и все. А может оставлю вам, чтобы вы знали, что сюда можно лезть только с феном, наверное. Наверное, чаще всего на ютубе зрители слышат: о, села камера, как раз вот в самый неподходящий момент. Ну да, чё бы и нет, сказала моя камера, и тоже мне устроила такой сюрприз.
В общем, выпаял я с помощью паяльника. Еще и утюг меня там подвел. Плохо грел в тот момент. Выпаял я диоды. Нанес пасту. Выставил все диодики как надо. И чтобы не липла лента к утюгу, наклеил ее на четвертый формат и поставил ее греться. Более-менее они все припаялись, за исключением вот пару диодов, которые, где был вот такой вот бугорок, он никак и не припаялся. Потому что лента приклеилась к четвертому формату листу. И вот где она плохо приклеилась, видимо, я спешил или это. Ну, в общем, система работает. Потом аккуратненько отклеил и установил светильник. И что вы думаете? Она все-таки работает. Да, за исключением тех диодов, которые мы там немножко... Но все же при желании какой-то цвет можно не спеша, учитывая наши ошибки, переделать. Ах, конечно, сейчас не клеится. Но соберем как-нибудь. Что ж, а его даже и незаметно. Сейчас. Берем такой ракурс, где нет у нас диодов, он себе нормально светит. Вот они цвета получили: синий, красный, зеленый, розовый. Это что касается Т8. А вот сфера применения ЖКДР или МР-16. Сейчас у нас желтый, зеленый и синий. Так, ссылки будут ниже на термопасту. И вот такой наборчик очень удобный. В нем идет 3 шприца и вот куча вот таких иголочек, которые можно накручивать на эти шприцы. Я уже их заполнился флюсом, пастой. Очень удобная штука. Ну что, сегодня мы научились переделывать белые лампы в цветные. Заодно попутно узнали, как можно будет их починить, если что. Надеюсь, наши наработки вам понравились. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Думаю, всем интересно было. Пока, друзья. До новых встреч.